Здравствуйте, Илья Иванович. Илья Иванович, здрасте. Разрешите вас поздравить от всех греков России и советского пространства, и Греции, и всех греков мира с юбилеем. Мы вам желаем долгих лет жизни, счастья, здоровья и всего самого хорошего. Илья Иванович, можно отвлекусь от этого святого дела, от вашей игры, и поговорю с вами пару минут. Скажите, пожалуйста, почему Личан? Ну, мать называла, ну, последнее это, окончание этого имени. Ну, Чан-Чан, типа, такой, Чан-Чан. Так оно и осталось, да? Так оно и осталось. Скажите, откуда вы родом? Фамилия Питановых? Питановых? Именно ваша семья? Прародина. Да. Наша прародина, Понт, район Аргирополи. Угу. Сейчас называется, ныне называется Гюмшханы. Район Аргирополи, ну, при этот, не город Аргирополи, район Шария. Угу. Села Тузух, Кумбатур, угу. Тарсон, Зумана, Каркана, Селидера, Мавролит и так далее. А родились вы где? Родился я в Урсавском районе, село Дубовая Балка, село основано греками, 1898 году, выходцы из села Султан. А Султан перебрались, в Султане оказались, в 1864 году, переехав в Шерии, то есть с Понта сюда. Илья Иванович, а вы знаете, что вас называют патриархом Лиры Понтийской? Как вам это звание, как вам эта должность? Ну, тяжело с этой нагрузкой жить или нет? Ну, я люблю Лиру. Лиру я хотел бы и у нас, кстати, у нас сейчас, в отличие от прошлых лет, сейчас пошла этот, как тут выразиться, мода? Прилив, да, мода пошла на Лиру. Угу. Молодежь прямо льнет к Лире. Сколько у вас учеников? Было, есть, вот кто бы мог сказать, что мы ученики Питанова или Ивана? Да, сейчас учеников у нас ходят сколько? Так, где-то около 12-13. Около 12, это сейчас. А вообще сколько могут людей сказать, что мы ученики мастера Питанова? Ну, порядка 50, я думаю. Нет, какой 50? 30? Да нет. Ну, опять скромно. Человек, которого играют, да. Атманова играют, ребята. Раз, два, три, четыре, где-то человек 6. Человек 6, да? Да, которые играют нормально. Илья Иванович, а что для вас значит быть греком? Кто такой грек? Каким он должен быть в идеале? Ну, грек, прежде всего, он должен быть, да, у него все, ну, как сказать, соразмерно быть с православием. То есть, ибо наша культура, она зиждется на православии. Православие – это одна из отделов, как мы будем так грубо, христианства. Самая чистая церковь пошла от нас, от греков, Византии. И мы должны следовать именно православию. Ну и я считаю, что греки большие почитатели культуры и никогда не замышляли и не думали ни о каких войнах. Загорожусь своей нацией. Если надо поставить, они поставят за себя. Но никогда не были проводниками идей какого-то хаоса, связанного с войнами и так далее, с экстремизмом и прочим. Я рад за греков. Мне приятно было, когда несколько лет тому назад, я не помню, день славянской культуры в Москве, в храме Христа Спасителя были приглашены греки Москвы, танцоры. И мы аккомпанировали. Ездили туда, в Москву аккомпанировать. Мне приятно было. Церковь наша, православная, головная церковь, она сочла нужно пригласить греков на этом форуме славянском. Как вам нынешняя ситуация в Греции? Что думаете по этому поводу? Что там происходит? По этому поводу? Ну, конечно, это плачевная ситуация, обстановка в Греции.
Они проворонили все. Проворонили туризм. Проворонили торговлю, где-то у них основные отрасли производства, и сельское хозяйство. Пошли на поводу Евросоюзу, пошли на поводу европейским странам, которые так думают разрушить, сварить, заварить все прогрессивно. Сами оказались сейчас, сами знаете, в хаосе. В хаосе они, Европа. Я не буду много говорить, не могу позволить себе много говорить. Я при себе держу. Хорошо, оставим эту тему. Скажите, как вам, вот вы работаете с молодыми людьми, вы их учите танцам понтийским, игре на лире. Да, да. Молодежь греческая, молодежь греков Понта, она воскресает? Они становятся на правильный путь, истинный путь? Воскресает, но я не хочу обращать нынешнюю ситуацию вот на сегодня. 90-е годы, когда мы создавались, твой папа, да. Общество греков, когда создавалось. Да. Сергей Иванович, Политов, мы начинали первыми. Когда не было вот этих председателей. Самыми первыми были Сережа, я, мы были первыми. Мы проводили собрания, проводили все в организационном плане. Тогда молодежь шла охотно. Очень много было молодежи, желающих ходить на наш, на посещать наши кружки, танцевальные, понтийские, эллинские танцы. Что касается с того времени, как Греция, значит, когда Греция была, так сказать, на высоте, мы могли в эти 90-е годы, годы, тяжелые годы, годы, когда была развалена страна, развалена была страна, Великая Россия, Великий Советский Союз, мы вынуждены были в поисках работы покидать свои родные очаги, ехать в Грецию. Тогда было желающих, это какой-то был интерес, и люди повернулись лицом к Греции. Это послужило какой-то, вот я думаю, это немножко послужило толчком к тому, чтобы молодежь ходила, изучала язык, настораживая, что мы можем потерять культуру. Если раньше ходило очень много детей, свыше 100 человек у нас тут ходили, посещали, то сейчас едва ли мы наберем 20-30 детей на танцы. Илья Иванович, скажите о своей семье. Кто у вас есть, кто ваши продолжатели, кто ваши... Дочка единственная, одна дочка и внук. Все. Дочка и внук. Внука как зовут? Илюша. Илюша, да? Его дочка, ваша мать его не называет? Иличан? Нет. А Иличан у нас будет всего один. Навсегда. Здоровья, Илья Иванович. Долгих лет жизни. Вы знаете, что вас везде любят, ценят. И Иличан это уже бренд навсегда. Навсегда. Хроня Пыла, еще раз вас с юбилеем. И в завершение нашим зрителям сыграйте какую-нибудь самую свою любимую музыку. Можете и спеть. Ах, паскуме, сик сенита, я лопула, матона.
он вертизен, икся не десно дрома, Ромео спал, а не то не, на пистихе над домом. Ромео спал, а не то не, на пистихе над домом. Христа!